Сейчас, ну, ребята, подойду. Пацаны, сейчас. Топ-ном-ном. Меня в скайпе слышно, нет? Да, слышно. Слышно очень тихо. Ну, мне тихо слышно тебя. Не знаю, мне норм. Что, не слышно, я вот говорил. Не, нормально, слышно, слышно, нормально, слышно. Нормально. А чё за жлобство с сундуками? Раньше ж больше было, но нового для самолета, сейчас вообще капец. Ох, блин. Кайпа, вы чё не слышите? Вот сейчас смотрите. Я всех слышу. Ну, я слышу всех тоже. А, я понял, он по рации говорит сейчас. А, по рации. Вот я... Ну да, я думаю, вот я нажимаю на кнопку. Так. У меня просто отключен микрофон. Очень я странно. На кнопку говорю, я... Тут странно. Тут, ну, не кстати, знаю. Можно вокруг самолета побегать, ящики поразбивать. Ну, видимо, на кнопку в скайпе там какая-то проблема. Сейчас подтек. Надо как-то что-то исправить, не знаю. Попробую переприсоединиться к нашему разговору. Не, вот когда я на рабочий стол сворачиваю, на кнопку нажимается в игре, почему-то нет. Странно. Так. Опять. Ведущий игры не отвечает. Ведущий! Подожди, а это разве не у медбрата проблемы со скайпом были? Ну вот, я же говорю. Ну. А, не, все, это разотвечался. Он же свернул, наверное, просто эту игру. Это я, да, я... Угу. Так, people, ну чё? Блин, это печально. Ну, пусть лучше уж по рации, чем вообще никак. А чё, у кого-то не получилось? Да там скайп что-то выделывается. Ну вот, это на кнопку нажимаю, не говорит, только на рабочем столе. Кстати, это ж можно сделать здесь плот и лодку и так, ну, далее, да? Да, здесь да. Отличное место, кстати, можно. Я думаю, ребят, знаете, что можно сделать? Сейчас. Там есть остров, и в принципе, если в первую очередь построить лодку, а потом веревку к деревьям. Ну что, будем на остров телепортироваться? Ну да, и этот самый, будет вариант, типа, что они не смогут к нам добраться условно. Не, ну условно, да. Видите вот этот островок? О, ребята, я настоящий охотник, я олень. Ого, ничего себе. Моя добыча. О. Так слышишь, если ты оленя завалил. Иди шестиногую забей тогда голыми руками прям. Ну да. Убийца страшный просто. Так ты против этого самого какого-то обычного оленчика, бедного. Да, с топором. Чайка, иди сюда. А что, теперь уже и мясо есть. Ну, а я вот чайку пытаюсь завалить. Она все, сука, не валится. О! Есть, забрал. Так. Я думаю, может построить какую-то платформу на острове. Я помню, тут какой-то островочек с контейнерами есть. Так, кто где говорит? Кто говорит, здесь построиться? Вы туда побежали. Ну, медбрат говорит во впадине, типа, удобно. А я говорю, что на острове не будет набегов. Как вариант. А можно, кстати, и так... Не, почему? Они там бегали. Ну, вы учтите, что нам надо строить чего-то. Отсюда, допустим, было бы проще бревна скидывать. Вот. Где медбрат на заканатную дорогу строит. Потому что, ну, туда до вас. Да, вот, я сюда вот буду бревна. Короче, давайте, наверное... А какая разница, господи? Давайте тут будем пытаться строиться. Сейчас. Просто наверх туда залазить неудобно.
рубить деревья. Ну, можно лестницу отстроить. А, не, или так подожди, можно... ставь, построй этот план. А я сейчас залезу наверх и тогда буду этот скидывать тебе бревна. Понятно. Так, я понял. Ну хорошо, никель. Ты тут? Никель! Он пошел на оленя охотиться. Да не, он здесь со мной на острове стоит и тупо не реагирует. Или он в жизни, он настолько решил доказать, что он охотник, что он ушел реально в лес охотиться? Да. А сюда их, короче, хрен залезешь еще. Наверх. Ой. Ладно, медбрат, давай. Будем как-то пробовать по-другому залазить наверх. Во-во-во, залез. Никель, ты ожил наконец-то? Да, я отходил. А, ты залез? А, смотри, еще одна чайка. Давай еще заебашим одну чайку. Давай, тогда буду брём тебе... Ну ладно, хорошо. Не, иди сюда, тварь. Есть. Это наша добыча. Реально, я так понял, вы там пока, да, развлекаетесь? Я просто думаю, как это сделать. Я сейчас план начну. Слышь. Ульф, паука хочешь? Кого? Паука. Паука? О, давай, моя любимая штука, деликатес прям. Гля, вот он, прям его ноги торчат. Прям ноги торчат. Это печально. Да, из земли. Он в землю провалился. Так, сейчас, секундочку. Это он в норку убежал. Сейчас. Так, оп. И вот так вот где-то. А чё у тебя половина ног в земле? А я хз. О, сейчас нормально, елочка свалится. Норм сейчас лучше, нет? Я подпрыгнул. Нет, тогда. Ты по колени в земле. Да нет, что-то лагает, кажется мне. Ё-моё. А если на камень прыгну? А ничего, все там застряли, ещё, кроме одного? Ты даже и на камне по колени. Да я не знаю, видимо у тебя лагает или у меня лагает. Не, ну у меня вроде норм, я бегаю по земле. Да рассинхрон может какой-то немного словило, да и все. Главное, что вы двигаетесь. Нормально. Это да. А то в половину где-то по пояс в текстуре застрял бы. О, есть. И. Так, не, это тоже надо, и это надо, и это надо. Медбрат, слышишь, а что, остальные три бревна там на горе у тебя остались, да? Они, короче, у меня тут уже мясо в душе крыш. Да у меня тоже нормально. Вы его не этот. Посмотри, вон там на лодке должна. Вот чайка. На лодке канат должен. Вали её! Ну, верёвка она обычная. Пока ты добываешь жратву виртуально, я ем ее физически. Есть, я взял верёвку. Какой ты, Вульфман, злорадный. Всё, я не злорадствующий. Кажется, дождь начинается. Я еще и зонтик дома забыл. Да, блин. Как же так? Никель. В общем, я сделал здесь план. Переплываем вот туда. И сбрасываем этот... делаем лодку. И делаем здесь домик. Не, вы нормальные, а мы тут чем удохаемся тогда? Я... Ну, давайте, типа, по приколу и там сделаем. Вы вдвоем там, мы вдвоем здесь. А потом, если что, сделаем канатную дорогу сюда, на остров. Ну да, вон, со скалы и на островок. Ну так, норм же будет, как думаете? Ну, типа, будем в гости ходить, да? Ну да, чаепитие, знаете. Соседи такие добродушные. Ну, кроме нейтивов, конечно, имеется в виду этих аборигенов. Ну да. Там не шибко добрые люди, как я уже понял. О, здесь выпрыгнуть прям можно. Серьезно? Я почти же выпрыгнул.
А что можно с панцирем черепахи делать? Воду А, собирать. Вот, или воду воду собирать, собираешь, типа ты. или кататься с горки. Так, надо первую. Слушай, я то ли Ну тону, что, то ли. убирать, да, канат беру. Ну, канат, только часть каната же я нашел, там больше нет. Жалко Тогда здесь. убираю. Где здесь выпрыгнуть-то, якорь на концерт? Так, здесь бы, да, реально где-то выпрыгнуть, потому что что-то печально прям. Это мне тоже совершенно не нравится. Так. Ну, в первую очередь лодку. Я Пожрать. себя прям дельфином чувствую каким-то. Слушай, я почему-то так медленно плыву. У меня складывается впечатление, что брасом здесь плыть ты не умеешь. Я тут еще один островок неподалеку нашел. Да, я вижу. А кстати, вот здесь рядом с островком должен быть сход, типа. Короче, пацаны, меняются планы, мы походу бежим к вам. Чего? А у нас там не получится канатную дорогу влепить. Канат один, а его не хватает. Ребят, этот самый, не бежите к нам, не бегите к нам на остров. Я думаю, сделайте там лодку, пока у вас есть доступ к дереву. И мы сделаем на здесь самом деле, поближе. Медбрат уже почти у вас. Так что. Блин. Фу. Мы просто уже отплыли до хрена далеко. Просто я по низу бегу, он поверху. Самому мне тут оставаться не в прикол, поэтому я тогда к вам поплыву. Что за топориком можно ходить? Что? За топором современным ходим. Вульфман, я нашел, где тут выбраться. А я тоже вижу, я же за тобой плыву. Так. Ура! Так, теперь срубываем деревья. Сейчас я поставлю, где лодку строить. И будем плыть на мимо острова на стрежень. Да, тут, короче, скалистый такой берег, что хер вылезешь, где, я так понял. Угу. Угу. Мы только что мучились нормально. Прям едва вылезли. То я понял уже. Так, вот здесь вот можно типа лодочку сделать. А здесь еще один островок. Может здесь зафигачить? Здесь удобный выход. Я вам, кстати говоря, не идешь далеко. Сейчас я так. Пища, хранилище. А, это вы на этот, на крокодилю эту ферму или как она там вылезли. Ты меня не пугай, какая еще крокодилья ферма? Блин, ну как она у аборигенов, вон я смотрю, домик вдалеке этот. Ай, блин. Бирдхаус. О, есть плод. Причал. Большой плод. Я думаю, давай плота пока хватит. Стоп. А, нет! О, а где перед этим строительная вся эта цепочка делать? Ну, нужно 4 веревки и 7 бревен. А я думаю, трех полноценных деревьев. А что за мистер Жопосранчик? Наш новый товарищ по выживанию. Кто? Мистер Жопосранчик. Нажми этот, посмотри общую, сколько нас человек. А это походу у нас это фанат мультсериала Рик и Морти. Нам какой-то присоединяюсь. Так, что там? Еще одно бревнышко и 4 веревки. У кого веревки есть? У меня нет. У меня есть. Так. Неужели я к вам приплыл? Ну, тут мистер что-то строит сам себе уже.
Нет слаженных действий. Надо его наказать. Оп. Нам веревку бы найти. Ты хочешь повешать его? Ох, кому-то нужна черепашья, это супница, господи. У меня есть. Мне у меня просто их один панцирь, и мне типа нельзя, больше не лезет. Ну так и у меня один тоже. Мне б короля замаслать. Ну а уже темнеет, вот и первая ночь сейчас будет. Так, мы достроили плот или нет? Кто-то нарил веревки. Нет, веревки не хватает. Веревка. А, одной веревки, ну давайте сходим. А где тут пещеры поблизости? Стоп, а здесь можно флажок поставить, да? Ух ты! Я знаю, как... Ничего себе! Чё, как построить... Я сделал себе рогатку, вы не поверите. Рогатку? Да, смотри. Ничего себе, из чего это ты ее склепал? Изолента, палка и тряпка. Изолента, палка, тряпка. Ёпта. Пойдет. Только здесь еще нужны что-то типа сроубл, камешки и так далее, зубы. Ребят, тут мясо жарится, если что. Ой, я сейчас тоже закину мясо, пускай жарится. Сука, кролик, какого ты убежал? Я тебя сейчас резинкой заебашу, тварь ты. Забьешь его до смерти. И хрена себе он там от тебя убежал. Куда ты понесся? Кролик в другой стороне. Да я понял, не, я думаю, что нам веревка нужнее, чем кролик в данный момент. У меня мяса еще хватает. А мы вообще далековато от яхты это или нет? Или как? Нам от яхты далековато. Так может... Я завалил кролика. Да ты что? Так все, вот валим, ну что? Не, я думаю, вы оставайтесь, а я побегу за веревкой к нейтивам. К сожалению, правда темнеет, и я что-то стремаюсь. Ну давайте тогда. Я просто уже взял их, а у тебя не появится. Я понимаю. А, ну да. Да, давай, погнали тогда, проведешь. Куда? Так, получается, стой. Медбрат, получается, ты нас слышишь, но при этом говорить не можешь. Правильно я понимаю? Да. А, ну зашибись. То есть, ну хотя бы так, знаешь. Самое главное, чтобы хотя бы слышать. Ну да, имеется в виду, что хотя бы слышь, ну, слышится. Все нормально, иначе вообще бы не сложилось. Ну да. Так, а куда мы сейчас идем, мне кто-то скажет? К нейтивам за веревками. Только так темно, что... Не, ну сейчас мы можем уже хоть зажигалки держать. Знаете, что мне напомнила эта тварь с шестью ногами и с восьми руками? Ну. О! О, братва там кричит. А ты куда побежал? Оп. Опа, тихо. Надо за ней бежать. Бабу где надо гасить. Больная? Вы друг друга-то не рубайся. Да мы друг друга крошим. А вот, и это труба, это не друг друга. Еще один просто. Параллельно дерево срубил. И кто еще? Это умер он так со смехом, типа? Сука, ты еще ржешь? А на тебе, я тебя разрублю еще напополам. Меня за что? Вы че? Подожди, а где там зубы еще были? Так, ладно, идемте. О, где? Тут дальше он мочилово идет. Че, ну иди сюда. Где? Я говорю, мы так их я махлаем, тебя сейчас, что чуть дерево я не я тебя срубили. Сейчас спичкой жечь. Так, бабу завалили, мужика завалили? Да. Все, зашибись. Где веревки? Вот деревья.
Блин, как хреново видно. О, ура! Веревки. Угу, да. О, тут топ есть. Мы в селе. Все, отлично. Бежим обратно к плоту. Нас засекли. Нет, так. Нас засекли здесь, но нам надо. А я думал, вот. Может, тут этот. Он динамита коробка. О, я ноутбук сломал. Я думал, может, этот. Тут облутать. Нехило ты играешься. Ты нервный какой. Динамит. О, ну вот. И я сломал. Да вы что там все, это самое? Да. Интересные люди. Так, все, больше ничего нету тут. Еще веревка. Канистры. Ну ладно, все, давайте тогда го обратно. Ой, я уже бегу. Отлично. Я сейчас дострою плот, мне тут понты осталось. И будем туда... Там бревна ж можно на нее складывать? А вот рядом еще одна большая деревня. Рядом поселение еще одно. Давайте не будем. Ну ладно, короче, вас трое. Вы справитесь, я вас верю. Да и похавать было бы уже неплохо, кстати. А, вот он на деревне. Так, тут еще и аборигены. Где там кто кричит? О. Попить. А! Слушай, плот не выдерживает этот самый. А, еще дерево. Твою да? мать. Да, реально не выдерживает. Это плохо. На самом деле. Реально плохо. Значит, надо больше плот, походу, строить. Тут сколько Печать. Газировки, ребята, никто не хочет взять газировки. И у меня уже фул, у меня складывать ее некуда. Воу-воу-воу, ни хрена себе, ребят. Меня тут положили. Они тхэл. Да ты умрешь, тварь, или нет? О, Ребенку такое говорить нельзя. Ты смотри, как палкой крепит. Ты куда ты на меня замахиваешься, ты курва? Ребят, меня кто-нибудь поднимет? Да, да, сейчас. О, еще и медбрат тоже упал. А, сейчас я тебя подниму. Жестко вы, ребята, там мочитесь просто. Благодарствую. Ты что, разбил ящик и тебе стало плохо? Ну, подбирай минералки. Глянь, сколько у них тут воды, запасов. Так, ну короче, канатов у нас уйма, я так понял. Ну да, я уже, у меня уже канаты. У меня канаты не лезут, уже фул, все. Весь обмазанный веревками. Да. О. Так, ну чё. Кому мне двигаться? Так вы поднялись там все? Да, все окей. Окей. Ну вообще было бы круто сюда. Ну все, давай я к тебе тогда бегу. Чисто так. Чисто пора. Ну тут еще и динамит есть. Да, динамит там есть. Я сейчас тут мяско прожарю на 600 калорий, кому-то прибежите. Есть смысл эти канистры набирать или нет? Ай, иди нахер. Так, кому-то два мяса, ну, я думаю, кому-то надо похавать. Ну, одно я возьму, сейчас прибегу. Ну что, пацаны там еще остались, я так понял. Два кусочка, это самое, кому надо, у меня еще есть вроде. Ух ты ж, ё-моё, как бы отсюда не навернуться еще. То я так бежал и резко увидел обрыв. Так, за мной тут еще придурочно увязался. Так, завали его, вали! Вали, тварь!
Да ёпта, Блин, дивизия. поднимите меня. Я упал. Вы серьезно? Ребята, вы что делаете? Ай, да... Ты се... Ну он серьезно, что ли, а? Сука. Сука вообще снимал. Не, ну это вообще нормально, а. Взял, догнал меня, скотина. Как он мог? Поднимите меня, кто там рядом. Я упал с горки. Это ты, а ты здесь рядом, получается? Да, 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 я рядом с тобой упал. Я и меня кто-нибудь поднимите. Да, ребята, вы что, гоните все там? Какого хрена вообще? У меня уже черепушка почти наполовину. Если сейчас да, на меня нападут, боюсь... Почти наполовину тоже. Блин. Я тебя. Я к никелю прям стараюсь бежать, но что-то тут... Да, наверное, быстрее было бы ко мне добежать. А, медбрат здесь это успел. А, ну... А, я сейчас... Ой, я траванул, все, нельзя эту ягоду есть. Ладно, я пошел обратно. Наверное, а, нет, 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 нет! Бляха, муха, я чуть не помер. Сейчас я полечусь, секундочку. Ого. Реально повезло, что там был камень. А мне не повезло, я с обрыва упал. Я имею в виду, что там посередине был камень еще один. Опа. А я что, потерялся? Не успеет меня никто поднять. Не, не потерялся, но... Если здесь есть бревна, значит здесь были люди. А вон и мой плот. А, господи. А чё за прикол? Так, ладно, придется плот. Вы... В курсе какой тут прикол, не? Какой? Короче, какой-то из гавриков, какой к нам подключался, да? Ну. Он в самолете заложил камнями весь этот проход. Я не могу выйти с самолета сейчас, получается. Козлина. Прикиньте. Это жесть, и что делать? Сейчас погоди. Ну попробуй. Так. Двух тебе. Или он тут хату построил, или... Ну, короче... Так, друзья, я сейчас буду ставить новый проект, плот побольше. О, сука. Тут взялся. Обида, короче. Я тут замурован. Ребята, что-то вы так за веревочками сбегали так себе, я вам скажу. Не, да у меня... тут аборигены эти достали еще. У меня веревок нормально, но я ж не могу даже до своего трупа самолета выйти. А я к тебе бегу. А чё ж мы сделаем-то? Что-нибудь да придумаем. Не, ну это ж надо было додуматься, придурка, ума. Так. Ни себе, ни людям, паскуда. Сейчас у нас здесь сборки воды будет просто до ебени матери. Я тут столько черепах уже завалил. Гореть тебе в аду за такое. А, он тут построил. Я бы сказал, вариться. Да, он именно построился. Капец. Я бы сказал, не гореть мне в аду, а вариться в черепашьем супе, ага. Судя по всему. Ну, а мне рубить даже эту хрень нечем, блин. О, все. Да так. Ну нахрен, я сдох. Я свободен. Словно птица в небесах.
В смысле? Я Так он жив. свободен. А. Я нет. забыл, что значит топор. Так, все, пошел что, я теперь. Погнали около этого, около яхты построим. А чё же он там построил самолет эту? Да и этот, баррикаду каменную и все. Дебила кусок. Это что так? Я опять умер, что за прикол? Где ты умер? Да вот недалеко от самолета. А, вижу. Как-то убоищно, в смысле уебищно плавает этот плот. Так, ладно. Идемте на точку назначения, потому что мы уже всю ночь бегаем, не можем никак ничего сделать. Да, ребят, там два куска мяса лежит, если кому надо, давайте. Тут еще и пробегаем мимо деревушки. С придурками, да? Не, ну что, можно по пути еще тут насобирать что-то, только мне даже рубить. Давайте, нечего. Сдохните еще раз по пути. Желаю удачи, блядь. А, так это та самая деревня, через которую мы и бегаем. А, да, та самая? Да. Сейчас будет маленький бабах. Разве там было сколько динамита в этой? Да. Куда у меня динамит в руках, дура? Я придурок, бросаю оружие. Докажи это аборигенам. Они ж тупые, я забыл. Блин. Бегу. Бегу, Саня, бегу. Так, еще одна. Ты ж твою ж налево, да почему ж ты за мной ломишься, ты курва? Курва матка! Я пердоля. Да-да-да. Не, это что? Так, все, у меня полностью готовы три этих самых сборки. Так что пить нам на берегу будет еще 100%. Надо еще придуршные. Ты кидаешься на меня? Вообще одичал, что совсем. Вообще одичал. Вот это реально по Фрейду прямо. Вообще одичал. Блядь, сука, кидаешься на меня, я тебе сейчас ногу режу. От зачем режу? Все. Все, его голова теперь принадлежит мне. Ой, а я теперь весь красненький. Я тоже красный. Там я нашел в этот в хате у аборигенов, типа обмазаться можно было билибердой какой-то. Краской, это краска. Это краской вы обмазались. Отлично, краской. Это краска. Это краска. Так, чё куда надо? Да, вот. А почему бить не будут, кстати? Да, вот они, потому что за своего считают? В сюжете. Где ты там мяско кинул, говорил? Ой, найди здесь этот самый, вот, видишь? Вот тут. Где здесь спуск? Да. Оно уже, конечно, обуглилось. Ну, хоть что-то. А уголек это тоже, кстати, полезно. Да, изжоги не будет. Да. Так, надо всего лишь еще 57. Ага, 49 бревен и 32 палки для плота. Давайте. Погнали. Я там еще кучу мясла тоже накидал. Кто-то постройте вдоль прибережной линии, именно по песку, забор для конкретно нас. Ну, небольшой, для того, чтобы, если что, можно было нормально укрыться. А
Так скидывайте бревна сверху тоже, таким же макаром. Я просто плот строю сейчас, поэтому. Так. Конечно, на острове это удобная штука. Можно сейчас построить огромную высокую плот. То есть ты хочешь перевозить бревна с помощью этого на остров? Ну, для начала, да, для того, чтобы хотя бы можно было этот самый. Он выдержит? Ну, этот огромный должен, типа, а мелкий. Не, можно, не... можно туда хранилище поставить. Да, кстати, на плот можно хранилище на большой поставить, согласен, абсолютно. Подожди, а куда нам палки надо 10 без... А, все, я понял, у меня палки есть, донесу. У меня тоже есть, сейчас ага. Тоже докину последние так, останутся. Так, палки готовы. Блин, зачем я палки брал? О, кстати, здесь можно ловушек понаставить, и будет нам еще мяско. Аборигенская. Так, клетка, не, мне нужны ловушки. Охота. Я все время почему-то убежище читаю как уёбище. Это как-то странно. Болеешь? Что? Уёбищем болею? Нет. Глазками. Не, кстати, глазками, да, у меня со зрением есть некоторая проблема. Так, короче, я рублю дальше бревна. Я сейчас ловушки и капканы понаставлю. Ребята, здесь. Медбрата поднимите. Где? Как ты упал? Скажи мне секрет, пожалуйста. Он с высоты своего роста убился. Не, он сгорел, говорит. Отходи, отходи, бо сейчас жопка подгорит. Да ебать! Ты серьезно? Пацаны, вон бревна полетели. Сейчас, подожди, тут это, медбрат полетел. Сломался, да? Скушай мяско вон сзади тебя, хотя бы это самое. Хотя бы поешь уже. Кто еще в шо любит катать, пока у нас минутка есть поговорить? Пока я рубкой дерева занят. Я о, пошла любитель... к вам еще одна. Ух ты, прям круто, прям ну. Самый точный. Только что-то оно не ломается. А я Алле. О. О. Все. Наконец-то. Ой, блин, я же вместе с... Поднимите меня, меня бревно сверху ударило, я упал. Ребята, вы серьезно? Команда неудачников. Мы здесь. Тот в костре сгорел. Меня бревно убило. Бревно ветер уже, я просто не собирал. Это кто такой писклявый там разобрали? Кстати, вот я его кикнул сейчас. Это он, кстати, построил. Это он всех убивает. Извиняюсь, прям... сходил. Я поднимите я меня. Я вам буду дальше бревно скидывать. Сейчас поднимем. Так как ты умудрился вниз да упасть? Ты уже не задавай вопросы, как он умудрился, честное слово, я уже устал. Я бы его поднял, но есть одна проблемка. Какая? Его нереально поднять. В смысле? Он тяжелый или чё? Иконка стоит, а зажать не могу. Ну. Короче, меня деревом привалило. Рассказываю секрет фирмы. Секрет фирмы деревом привалило. Чё ты мне лицо палишь? Тебя, в принципе, очки плохо видишь. Ничего страшного, бывает. Это такое, знаешь. Все иногда овощами здесь бываем. Да спрячься за жалку, тебе чё темно. Да ему просто темно, понимаешь? Ну ты не обращай внимания. Так он и так чёрный. Кстати, ребят, я сейчас минут через 10 отойду и вернусь минут через 40.
Нам бы как-то засейвиться, чтобы все могли отойти. Так, сделайте кто-то шалаш. Чё, я против? Нет, я не против. Ну, давайте шалаш сделаем. Так, еще одна палка осталась. У кого одна палка для ловушки? У меня. Да, надо еще штуки 3 поставить ловушек. Где шалаш кидануть? Тут где-то пока? Да пофиг, где-то под горой, так, чтобы незаметно было издалека. Где этот шелтер? О, здесь прям уже канат. Пацаны, надо палочек еще. На шалаш. Так. Давайте, кто здесь со мной? Давайте, руби. Ага. Оу! Вы что делаете? Я чуть не помер. Что, тебя решили зарубить? Не зарубить, а... Что, деревом не прибило? Придавить. Забревнить. Забревнить. Приобщить. Нет, это было правда. Да? Это да. Было правда больно, поэтому. А, вот еще с одно бревно. Чего вы не подняли? Там. О, шалашик уже почти доделали. Да, да. Сейчас я его доделаю. А-а-а. Все, шалаш готов. О, супер, давайте сохранимся, прежде чем да, что-то да, делать. Да, да, подбегайте да. Все. Сейчас я только бревно одно кину на этот на плот. Так, я сохранился. Я тоже сохранился, остальные тоже сейчас, давайте подтягивайтесь. Ну, у нас канатная дорога уже есть. Отлично. Вон еще 3 бревна лежит. А что, все тогда приблизительно минут через 40 подходим? Достройте канат на дорогу. Я буду здесь все это время, поэтому это самое. А можно прям по канатке типа это делать? Я просто не шарю. Спускать бревна? Да, может бревна спускать. Да ладно. Так, ну канатка у нас вроде достроена уже. Или вот, нет? Вот теперь достроена. Я еще один канат докинул, там был один из двух. Все, теперь она ничего вот, уже не вот, требует. Смотрите, сейчас спускать будет. А ну. Вау! Вот это я понимаю. А ну еще давайте. А как ты это сделал? А, С, все. Как? Ну-ка, давай. Мне интересно, я поймаю бревно. Головой. Давай. Я понял, они сбивают друг друга, получается. Ни хрена себе. Так это круто, давайте сейчас по Шурику достроим. Ну, да. Слышь, гляньте, я человек из стали. Мне бревна нипочем. Ребята, у нас проблема, поднимайтесь наверх. Что, тебя деревом прибило? Несусь. Тёлка и мужик. Так не мешай ему. О, он, так, их, он уже тёлку завалил. Он уже бабу в куст завёл. Ну так тем более. А мужик более. Какой-то... Так. Да! Кто там кого рубит, алё? Да давайте его с обрыва скинем, да и всё. Я выбил из него бревно, вы представляете? Обалдеть, вот это он был дерево. Вот это по-настоящему деревянный чувак. Блин, ребят, я с трупом по канату поехал. Ну, нормально, чё? Нормально. Отлично, я следующее рублю. Давайте нам максимально нарубим, а потом уже будем собирать. Да, давайте. Просто нам ещё придётся домик строить. А, кстати, может на остров доплыть и построить там верёвку вместо плота? Чё-то мы как... Понимаешь, в чём дело? Ты когда будешь... По-моему, пока ты будешь, постройка отменится. Нет. Я уверен, что это можно. А ну сейчас я сделаю. Канат. И только через год, чтобы тебя там перевезли туда.
Так есть же плод мелкий, понял, типа? Так, давайте тут устроим выжженную землю апокалипсис, чтобы тут дерево вообще не росло. Что такое? Полглава. А чё у меня бревна падают, Оле? Нормально? А их надо не сразу двое. А, я понял. Все, все, я теперь понял. Здорово. Вот это да. Вот это я прям сильно чихнул. Я прям могу сказать, что я прям Давакин. Давакин. Фу, сродах, ёпта. Скайрим переиграл. Я не... Слушай, ты как-то вообще говоришь о Скайриме как-то некрасиво. Да. Нужно говорить, Ваше Величество, Скайрим. У меня на компе до сих пор еще есть. Так это ж игра просто от боженьки. Так, кто-то там бревна хоть принимает, а то мы вниз их кидаем. Я ж дровосек. Я доплыву, я смогу. Я прям... Что ты на острове хочешь? А ты с рацией говоришь, что ли? Да, кстати, я с рацией, походу, смотрите, вот это я понимаю, сила. О, вы там этот, вот. Сильно деревья не шатайте, а то меня опять привалит. Ребят, о, смотрите, оп. Что, строим. Кого мы строим? Я сделал канат до острова. А, видали? Да. Да. Прикольно. Ха, вот так. Никто в PUBG не играет, нет? Я играю. Мне не с кем Wolfman поиграть просто. Нормальная тема, у меня я её только взял, поэтому у меня нет даже хорошего советчика. Что еще раз? Говорю, я ее только взял, у меня нет даже хорошего советчика, чтобы, ну, с кем покатать. Ты шо, YouTube твой лучший советчик, серьезно тебе говорю. Потому что тут никакой лучший советчик не даст совета в этой игре. Даже если ты 1000 часов наиграл... С Ютубом я в пати не поиграю, как-то тяжеловато будет. Ну, туда, тут сложно. Не, у меня постоянно пати есть. Ну, короче, в общем, если кто-то захочет покатать, свистните. Да нет проблем. Ох. Осталось понты. Сколько там так, их еще надо? О! Можно дерево прям вниз свалить. Но это лучше так не делать. 39-57. Осталось, ну, 18, вот так. Так, а канаты есть еще у кого-то или нет? У меня одна веревка осталась. Ну, одно это мало будет, по-моему. Волк падает. Медбрат, отойди! В сторону! Медбрата не убили. Прибило бревном. Жестко, ребята, вы там. Ну, это были 90-е, мы били дерево, как смогли. Так, осталось 8. Для плота именно. 8? Хватит, рубить не надо пока, вы чё? Так, нас на остров уже на следующий. А, ну да, вам же ж надо там веревка. Три бревна. Пускай она бы она укатывала. Так, ребят, я пока сжарю вам и себе мясо. Давай. Потому что я понимаю... Так, одну веревку я скинул. На это. Потому... Всё. Так, еще две палки надо для костра. Для того, чтобы можно было... О, не, больше тут палок надо. И вообще мне бы поспать, потому что я уже медленно хожу. И все такое. Боже, тут бревен сколько. А то я улетел. О, черепаха. Кстати, веревки ведь можно из этих, из кусков ткани делать. Да? Да. What? Я вот что вспомнил. Фак. Как? Как? Ткань. Ого, ткань. А просто много веревок соединяешь. Ткань. Ёпта, я вот уже 4 веревки наделал. Я уже наделал 4 штуки. Все.
На больше у меня веревок не хватило. У меня один канат еще есть, короче. А там всего 4. О, я трупак нашел. Трупов нашел? Ну, труп аборигена, а, бабы. Так тут, тут у нас костер. Все дела. Ща я ее привезу, в прямом смысле слова. Кидайте, пускай мяско пока коптится может. Уи! Ловить меня! Мужики, а я труп привез. Молодец, у нас там еще один он есть. Так, ребят, буквально секундочку. Давайте, сейчас чтобы я не быстрее... выйду. Выйду из... в смысле... Короче, АФК я. Давай, чтобы они быстрее обуглились. Как раз. Сейчас поподкидываем этих. Мы богачи, сжигаем деньги. Не, я листья только пока бросаю. Так, я сейчас... Да, тут без разницы, что бросать. Вот, 4 кусочка мяса, каждому по одному. Но я одно бросал уже, оно должно было... Наверное, сделать или нет. Чей-то пукан воспламенился. Мой. А зачем? Отходи, отходи сразу, отходи назад. Так, о, покушал. Чё, ёп? Блять, какие-то беспонтовые ловушки, реально. В чём прикол? А ты курсы надо около леса ставить. Ах, еба, в смысле... Не, почему? Я тут кролика поймал в тот раз. Ну не поймал, а просто... Подожди, аж у нас же была одна уже готовая, а, все, я понял. Ах, а что делать теперь? Я плотом не могу управлять, походу. Чего? Надо двоих. А, здесь надо двоих, ребят, походу. А ну, кто-то может со мной? Ну давай, погнали. Так. Ну давай вот. И куда нам? Погоди, чё? Мимо острова на стрижне. Это самое, чё-то не могу даже сдвинуть его, нифига. А, нет, смотри. Всё, поехали. Но это я начал гребти. И куда нам теперь? Вперёд! А, я разворачиваю, ты плывёшь, получается. Ну да. Так, прямо, прямо. О. Так, подожди, нам надо брёвна закинуть. Да не надо, там верёвка есть. Этого достаточно будет. А, ну всё, мы проверили, он плавает. Ну, окей. Давай, нам теперь он на островке сделать этот, как его, домик или шалаш. Все, давай, пока этот. Да, на островке шалаш сделать. Давайте поспим, потому что что-то у меня вообще с силами не очень. А где, кстати, шалаш, который был? Его что, уже все? Спиздили? Нет. Там был. Вот он. Ну, пойдемте еще раз сохранимся вот и спать. Ну я только что уже сейвился, давайте это. Я тоже засейвился и. Так. И еще один. Кто? Кто? Спать. Все. Кто слабое звено был только что? О, все, шалаш, жопа. А типа дважды поспал и все? Ну так, ребята, вы в курсе, что большой плот тоже развалится через пару суток? А почему? Ну, у него есть такая петрушка, он разваливается. Так, вон маленький плот, кстати, и нормально, он уже трое суток. Ты опять... О, глянь, у него прям как раз пукан горит. Давайте наверх и спускать на остров по веревке. Бревна? Дерево. Да, бревна. Ну, типа, давайте уже строишь, что ли, а то мы как-то расслабились. А у нас еще это, канатка не доделана, веревка. Я сейчас, у меня есть веревки. Я из тряпок сделал, как кто-то тут сказал. Я просто не добивал. Я как раз сказал.
Блин, у меня всего 4 было, их надо подожди, еще. Подожди. Еще 3. Бревна. На что мы бревна будем хоть пускать? Что мы там строить будем? Кто-то придумал уже? Что, строить будем? Да. Ну, дом. Какой? Огромный домину просто. Трехэтажную, еще трехэтажную. Я, да. Весь да, остров. Кстати, можно высокий построить, короче. А тут, кстати, еще и с подвалами можно строить. С подвалами? Да. О, а вот тут где... О, ура! Построено. Я построил. У кого веревка была? У меня. Чё ты молчал? Так в смысле? Я думал, она построена уже. Так, все похавали? Тихо-тихо, не спешите, давай по очереди. Да, не летите, потому что они сейчас вниз попадают. Это точно. Смотри, да, вот это мы придумали. Так это не мы придумали, это разрабы молодцы вообще. Молодцы вообще, ребята. Молодцы вообще, ребята. Меня не видно, я сливаюсь с окружением. Ты что, посрать пошел? Да, в кусты там, где перед этим аборигены сидели. Вы их ночное рандеву разрушили. А вот, кстати, плохо то, что ихние постройки нельзя ломать. Да, кстати, это реально хреново. Так ну, можно было бы хотя бы, знаешь, типа территорию за... Некоторые же используют ихние дома как баррикады, просто укрепляя своими уже достройками. Может, они исходя из этой темы. Кстати, кто не знал, если много там бревен будет на острове, они будут по одному пропадать. Прикинь, сейчас остров утонет от количества бревен. Ну, так взял и ушел под воду. Притопили мы островок. Так, я спускаюсь тогда к бревнам, давай, начинаю давай. Строить. Бля. Ох, ёб твою дивизию. Ага. Так. А здесь внизу попадало их, кстати, нормально. Ну, логично, что нормально попадало, мы же старались. О, ребята, здесь их много, подождите, не спускайте пока. Все, хватит, я нет, скажу куда. Нет, подожди, куда. Давай мы вот это донесем, тут два бревна еще осталось. Не спускайте пока, реально. Потому что тут их реально очень много. Прям очень. Да, мы так и послушали. Медбрат, лови, бревна прям за тобой. В затылок, да? Джеронимо! Боже, а внизу бревен он сколько валяется. В смысле, ты хочешь сказать, это прям много? Да, это немного, надо будет еще и туда. Не, понятно, но в принципе надо уже типа расстраиваться. Давайте этот самый. Не, давай мы не будем расстраиваться, мы будем радоваться, потому что расстраиваться то такое. О, хватит за слова. Что, 150 бревен? Капец. Не, там просто дом по соседству на острове, вон, видишь, слева. А можешь его отменить и... Потому что с него бревна тоже. А может мы поссоримся и будем жить отдельно, а? Не, не вариант. Мы лучше в общаге поживем. Давай, кто там план строил, отменить его. Это я строил. Но отменить может каждый. Точнее, могут все. Правильно, ломать не стоит. Не только лишь все. Отменить может каждый. Неправильно вы говорите, великого мэра. Сия. Да что ж так, в смысле? А, это новый кто-то еще. А где ж он там? Лео Зеро. Who are you, man? What you fucking want? О, голод, надо пойти пожрать. Кстати, да. Голод не тетка. Тетка да. Не голод. В смысле, а? Что, голова только? А, не. Кто у меня стал? Это мой кролик. Забрал?
Да ладно. О! Чайка! Кроль не поднимается. Ты сдохнешь! Кто у меня чайку опять спиздил? Лесной бальзам, а ты опух. Чего? Я тут, понимаешь ли, охочусь, а ты у меня подожди. Чайку пиздишь. Я голову только поднял. Вот голова только валяется, я не подбирал саму чайку, у меня нету ее в инвентаре. Хочешь канистру? Да ладно, я вон уже черепаху. Так, идемте дальше бросать эту хрень. Сейчас я поем нормально. А мне уже в магазин надо идти. Чайка, сука! Ой. Откуда ты знаешь, что она именно такая? Я, кажется, понял, как... Ни хрена себе ты придумал, медбрат. Нормально тут катается на пантере черепой. Вульф, тут вот еще два бревна наверху, чуть левее лежат. Да, окей, я подумал. Да вот уж еще медбрат прибежал, сейчас поможет. Сейчас да, медбрат? Перевяжет нас. Скажет, да надо у нас было самое добавить. Самое печальное то, что у нас тут ни у кого нет ничего такого. У меня аптечек, ничего. А можно насобирать травки и смешать. Алоэ и... Вот это весь, и арбуэ. Фух, что-то я уже замаялся бить. Что, пальчик устал? Да, мышка болит. Давайте кто-то на остров пойдет, будет достраивать, реально. Ну давайте я сейчас пойду. Вол, смотри. Фу, чуть бальзаму не достало. Опять меня в дерево убило. Надо кричать Джеронимо. Оу! Как мы загадили природу. Итачи Учина. У нас он поведет. Итачи Учиха, да. Итачи Учиха. Учиха! Как в школе. Учиха. В переводе Джетик был Ючия. Ага. Так, еще 49 бревен надо. Всего лишь, да, я сейчас тысом тут налегке. Все 49 бревен. Надо только хорошенечко испугаться, и тогда здесь будет бревнозавод. Лесопилка, лесоповал будет. Да это можно тогда вызвать этот, тяжелый танк, советский тяжелый танк КВ-2. Он же бревномет. Тут я смотрю, все прям знатоки такие собрали. Эрудиты. Срудиты. Во всех сферах компьютерной деятельности.
Или как, не, игровой индустрии. Ну, не, я, да. Я вообще как бы так-то системный администратор, если что. Mm-hmm. Я веб-разработчик. Mm-hmm. Компы, компы. А чё там платят хорошо, знаешь ли? Не, ну понятно. Ну это тут тоже смотря куда устроиться. Ну, я, допустим, на европейскую компанию работаю, то там нормально. Я бы сказал, что в принципе... Воу! Ты предупреждай! Реально чуть... Я же говорил, испугаюсь, и вот вам сразу бревна. Именно. А я-то думаю, что тут так завонял-то? Не, это не от него, значит. Я рядом, я не чувствую запаха. Нет, брат, это ты что ли? А, подожди, нет, это аборигены, наверное, в кустах ковелик наделали, а кто-то вступил, вот оно и воняет. Ковелик наделали. О, реально. Так, что там по бревнам? Сколько нам еще надо? У меня уже мышка вспотела. Погоди. Реально вспотела. Да, осталось совсем чутка. 74 бревна у нас уже вставлено. А он к нам еще учиха бежит. Нормально, я два раза получил по башке бревнами. Все бывает. И самое прикольное, что это все безболезненно. Знаешь, как я представляю, как мы носим вот это два бревна на одном плече? Как Шварценеггер в фильме «Команда». Да-да-да, кстати, очень схожая ситуация. Бля, чувак, прям рядом было. Ну ты серьезно? Я же не специально. Ребят, давайте бревна, а то мы тут уже с братом в очередь становимся. А подожди, там один спокойно может строить. Я не знаю, что вы там на такой маленькой территории вдвоем делаете. Да, я говорил за одного человека, а не за двоих. Мы тогда втроем тут вообще шикарно справлялись. Поднимайся по канату. А да, только там бревна летят, будь аккуратней. Это впечатает, пункт назначения будет. Ну да, кстати, это же в четвертой части, по-моему, да? Ну, ментаж там прибило, я не помню, в какую, ну. Так, что-то учиха к нам никак... Пять бревен осталось. Не добежит. Пять бревен? О, зашибись, тут... А! Твою мать! А! Я прям да, словил молодец, прям в воздухе. Ушел бы вместе с бревном оттуда с обрыва. Да, я шарю летать. Ну, ты шо? Я тоже так думал, пока пару раз не убился. Дерево летит! Бля! И еще одно, да, бревно? Да все, там поехали уже куча бревен. Так, достраивайте еще что-то там. Давайте, мы допустим, мы все бревна. Тут шалашик, да? Шалашик построить. Самый классный вариант это сад еще сделать. О, то да. Есть... Еще одно бревно осталось. А лучше, поскольку у нас четверо, то пару садов. Так, а где там это учиха все ушла? Учиха ушла. На педсовет. Все, готов. Все, домик готов у нас. Ну все, тут еще сколько? Два бревна. Может реально что-то еще там соорудим с них. Говорю, давайте сад делайте, там 4 бревна надо. Чтоб хавло было? Сад? Ну да! Ну так да. Давайте. Так ну сейчас я бегу, у меня силы закончились, надо и поспать, короче. Ну надо засейвиться в новой халабуде. Так, ну я спускаюсь к вам тогда, давайте. Да, давай. Так, а где что-то поставить? Поставьте домику фиолетовый цвет, а? А то хули как... Где нам сад-то поставить, алё? Так да пофиг уже где, строится. Пока пофиг, если что, это самое. Сейчас всё. Вот одно бревно. Давай. Да. И что тут засаживать, как что с ним делать? Сейчас у меня там угодник. У меня раз. Только одно семечко было. Одно. Я вообще ничего семечко. Нету. Так, а поливать-то надо... что будет? Надо пописить. О. Так, погодите. Я тут вижу мясо. Мясо видишь? Бери. Я ее убил уже. Молодец.
Перья! Надо, кстати, перья еще. Давайте посадим перья. Так, ладно, давайте, ребят, сохранимся и... Мне свалить надо. А, да вот как здесь плыть, ядрит. Оказывается, здесь одним нажатием плыть, другим не плыть, ебануться. Ну я, когда мы на плоту были, я правой клавишей нажимал мыши. Он плыл. А кому-то туда. Пить надо, здесь набралось воды в черепашках. Не, это, ребят, я выхожу, если что, из игры пока. Ну, зайдешь потом. В магазин надо свинтить. Да, 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 мы можно тебе верим. Будет потом, кстати, в этот паб скатать. Так. Ладно. Вот это разрушим. Все, я отключаюсь, тогда потом подключусь. Да, давай. Да, 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 давай, давай. Там пожрать что-то есть? Сейчас я вроде есть. Есть. Сейчас даже похаваю. А теперь представь тебя на секунду, что нужно было бы построить примерно такой же дом, как в сейве вот этом у медбрата. Да ну, это я не представляю, как это надо так. Они так жрут, как будто блюют, честное слово, с такими звуками. Подожди, что-то я не понял. Я что, не готового мяса схавал? Оно пропавшее уже. В смысле пропавшее? А, классно. У него тут срок годности есть. Ядри, то есть я тупо с вами схавал только что. Да. Ну, это, видимо, у меня мясо долго валялось, получается. Я хочу просто зайти сейчас туда. И поспать. Ну, извините. Че, я думаю, надо за топориком сходить. Че мы еще там будем строить? Ну, вообще, давайте сделаем вот... Сейчас. Огонь, пища, где тут постройки? У меня только есть... Слушайте, а клетка для чего? Для кого, вернее? Придурков этих держать, может? Не-не-не, клетка для животных именно. Какие животные здесь нужны? Да хрен его знает. Так, ну зайцев сюда, значит, возить будем. Так, что еще здесь можно построить? Сушилка. Надо просто... Ребята, нам тут костер кинуть? Чтобы мы туда не бегали. Ну так давайте. Я не против, хули. Чайка, дайте мне чайку. О, чайка, давайте, валим чаек. Курва. Блин. Так, я чайку завалил. Так, осталось еще 4 палки. Иди сюда, тварь. Ку-ку, отлично. Чайка мимо. Рядышком где-то бегали, слышали, орали? Не, я не слышал. Я слышал, где-то подожди, рядом. Подожди, нам в принципе... Чё? Ну, на острове пофиг, конечно, ну, но да. С другой стороны... Слышали вы сейчас? А, это у кого-то из вас просто телевизор стул скрипит, может. или этот. Или стул. Или не знаю. Так.
Я сейчас тут, ух. Чё? О! Так, я сохраняюсь на всякий случай. О, давайте спать, давайте спать. И как раз на рассвете проснемся. Медбрат, где ты? Ну, он сюда вроде плыл. Странно, что у тебя микрофон не работает именно в скайпе, а в игре работает это... Не, он работает, но только когда я на работе. Ну так все равно странно. Так, ну что, давайте спадки. Оп. О, и как раз, а супер вообще. Рассвет. Да, о, здесь палок еще не хватает, у меня как раз и есть там. Так, ну я так понял, посадить нам пока туда нечего, да? Да, но мы соберем потом на суше. Понятно. Так, я мяско одну штучку за этот самый, кому надо, был я сыт. О, чайка, чайка, чайка. Ну, красавчик, еще один кусочек мяса сейчас будет. Да. Так, а как мне его туда? И раз, два. Три. Так, я бросил, мне надо тоже пожарить. О, еще одна чайка. Гаси, да куда ты чайку. Летишь, тварь? Да я тебя догоню. Догоню. Тварь. Убежала. Улетела. А, вот ты где. Да что, бревна мешают убежать. Тут же еще было. Есть. О, жратло. Еще одна чайка попала в мои руки. Я только что еще одну замансовал. Тут две головы валяются. Так, что мы здесь делаем? Давайте продумывать. У меня изначально была какая-то тактика, и я ее придерживался. Так, давайте холдер для камней, будем камешки собирать. О, у меня тоже там что-то было. У меня всего, у меня трех палок не хватает. У меня нету палок вообще, надо на остров. Блин, на, погнали. Точнее, на материк. А чё ты не улучшаешь? Кого-кого? Ну его можно улучшить. Холдер для камней или кого? Да, вот. Ух ты, я не знал, а можно улучшать тут некоторые вещи? Скатаешься сам? Да. Круто, я не знал, честно. 20, допустим, 20. А как улучшать, как улучшать? На букву R английскую нажимай, и а, ух ты, супер. Прикольно. Не знал, честно, не знал. Ну и так со всеми. А что за if skill равно 0? Ну, скиллованный пацан. Жестокий. Так, если что, лесной, зови нас. Так, на всякий случай. Вдруг он меня... Мы прибежим, но потом. Ну да, вы пока доплывете. Ну то вдруг он меня опять забаррикадирует. Да нет, это другой какой-то. Ну мало ли, может это его кореш. Может тут еще бревен, можно... жилмассив построить целый. Слушайте, а вот это вот большое бревно можно разделить на кучу мелких? Вот я не знаю. Без понятия. Нет, не буду. О, жаль. А было бы круто, знаешь, там типа нарубили, разделили. О, вы оба туда убежали. Так, не, ну я все, я уже по этим бревнышкам фульный. Я поехал до дому. Надо еще бревна? Да, их тут. А, бревна именно? Да,
Не, веточки. Не, понятное дело, бревна в любом случае нужны будут. Сзади медбрат, он бревна. Там, где откуда я взял, еще есть. Ага, вот как оно. Так, подожди, куда там надо мелкие палочки эти? Вот, на, давай на бревна держатель, а потом на камне держатель. На бревна держатель. Вот, ну, вот. Не, ну у меня их сколько не будет. Ну, блин. У меня тоже нету. Эх. Слушайте, а разве не. А можно ли как-то добираться в обратку? Нет, вряд ли. Ну, сейчас, секунду, я почитаю книжку. Очень интересную, очень важную, очень нужную. Можно, если... Платформа на дереве. Маркер для палок. Так, все, есть, я тебя добавил. Так. Ага, еще, значит, надо 13 палок еще. 13 палок? Да. А их нельзя отправлять, получается. Можно только бревна.